И снова всем здравствуйте. Прикатил я прозондировать свою почту вчерашнюю. Теперь мне надо вот этот бугор сейчас весь простреляю. Он, вернее, у меня простреленный уже. Но как-то пищит неправильно все. Или нет нифига там. Или надо снимать верхний слой. В общем, такая фигня. Вот мне лом подогнали. Вчера приехал на приемку, увидал у них лом, говорю, подгоните вот этот не ломище. Чую, базара нет. Я говорю, короче, я тебе вот этот старенький свой принесу, а ты мне новенький отдай. Он говорит, ну забирай, что. Ну я его забрал. Пока шел, этим ломиком вытаскивал вот эту бякушку, вот эту проволоку. Тоже не знаю, что это за проволоки. Они вон петля в петлю приварены. Их таких я выкопал здесь уже вагоны, маленькую тележку. Но не суть. Короче, я подхожу, начал тягать этим ломищем. Я его, смотри, что сделал, я его сломал. Вот и все. Оказывается, старый лом лучше новых двух. Он толстый, тяжеленный. Вот так вот, вот тебе штанга буровая. Ладно, пойду звенеть буду маленько. Ну что, ребята, посмотрим, что тут выкапывается. Сигнал. Вот проволока. Я уже начал. Тут какая-то полоса идет. Что за полоса? Сейчас узнаем. Лопата согнулась. Ё-моё! Аж слышно было, как она пошла. Все. Она мне сразу не понравилась. Такая же фигня. Не вытащу, наверное, я.
не получилось. Фух. Тепло. Насморк гонит. Поперли дальше. Меньше слов, больше дел. Такой тут апстейшн. Капстейшн ли он? Вот она тянется. Я ее туда закинул. Она вниз уходит. И еще она идет. Вон туда. Короче, в правую сторону. Вот этот ремешок. Он сантиметров 7. Не меньше. Идут проволоки, вон целая пропасть.
Ну, сейчас я скидаю потихоньку. Мне торопиться некуда. Сегодня погода дрянь. Она, в принципе, нормальная. Сейчас вот зайчиков ходить гонять по чернотропу вообще мазёво. Он сейчас белый уже. Его далеко видать. Листва опала. Ну да ладно, пусть живут зайчики. А я буду проволоку добывать сейчас. Ну вот примерно так. Вот такая галка получилась. Птичка. Я ее просто тупо отпилил там. И все. Здесь все проволоки посрезал. Под этой горой. Там он, весь пучок этот сидит. Ну, как-то так. Вон там еще проволочки у меня. Короче, сегодня у нас день такой, так себе. Но все равно пойдет. Не знаю, копать дальше, не копать. Ладно, сейчас определюсь. Подумаю, попью. И чему-нибудь приду. Сегодня проволока прет. Прям по черному. Вот они. Шестерка. Я в прошлый раз не помню сколько. Килограмм, наверное, 90 увез. Одной проволоки. Вот земелька мне спасибо скажет. А здесь скоро застроят все. Все тут сломают, все сметут, все снесут. Я так думаю. Здесь раньше промзона была. Там забор, говорят, был. Кран большой ходил. Ладно, буду переливать вот эту. Фух. Хорошая. Сейчас опять в эту гору. А тут я вон сколько разбузовал все. Вон еще не могу вытянуть. Проволока торчит. А ту проволоку я вытянул, которая с той стороны. Я прямо на ту сторону все вытянул. Она отсюда тянулась. Фух, хорошая проволочка. Вот сколько уже наклал. Наклал. Наложил. А ту бабалаху я упер на дорогу. Она вон там у меня лежит. Ждет. Птичка. Галка.